Друзья, всем привет! Это сорт Честер. Честно, долго не буду обозревать, сразу скажу, что категорически не понравился вообще. Сила роста, конечно, у него шикарная, но ягода, ну, это просто, вот понимаете? Даже лохтей гораздо крупнее. Не вся она, конечно, такая. Почему она такая страшная, я его просто даже не собираю. Ну вот, вот. Ладно, думаю, может быть... По вкусу он такой прям хороший. Ну нет, вообще. Вот, ну просто. Вот кисло-сладкий сорт. Фу, ерунда полная. Я не знаю. Может, когда-то он был супер. Конечно, тут да. Обалденные вот такие вот нижние елки. Вот тут просто они загружены по-сумасшедшему. Ну вот это вот горошня просто, ну... Нафиг не нужна. Я вот смотрела на него, смотрела. Ну вот это. Ну что это? Посмотрите масштаб. Ну что это? Конечно, когда он появился, бесшипный, урожайный. Хотя мне, допустим, такое. Нафиг не надо урожая. Бекасина, блин. Может быть, это было вау-эффект. Я долго не хотела его сажать. Думаю, ну посажу, посмотрю. Все-таки. Это первое плодоношение. И последнее. Кстати, те, кто заказал саженцы, ребят, я не буду их даже делать. Я этот сорт уберу. Я вам верну деньги, либо поменяю на что-то другое. Ну, вот как бы много, но горох вообще совершенно невкусный. Какой-то простой кисло-сладкий вкус. Ну, ничего в нем нет. Абсолютно. По поводу зимостойкости, это тоже такая залипуха. Вымерзает он прекрасно вообще, поверьте мне. Я вот с кем общалась, вымерзает. То есть, если северные регионы планируют его взять, типа он такой морозостойкий, я вас разочарую, вымерзает. Ну вот, вот лежит. Вот это, наверное, самая крупная ягода. Ну, как лохтей. Как не очень крупный лохтей, скажем так. А все остальное просто мелочь. Да, писали, что он типа с годами наращивает размер. Может быть, может быть. Но... Я не хочу ждать там 10 лет, когда же он нарастит размер. Зачем мне это, если тут же вошитые небеса в первый же год дают крупную хорошую ягоду. И самое главное вкус. Вкус очень посредственный, совершенно. Поэтому этот сорт однозначно на удаление. Слава тебе, Господи, я посадила только 5 кустов. Ну, видите, что получается. Вообще просто джунгли непроглядные. Я его однозначно убираю. Ерунда. Полная ерунда. Ну все, друзья, короткий, четкий обзор. Моя позиция. Пересмотрел 3 миллиона сортов. Все, что есть вообще на рынке, я вам сразу говорю, оно не стоит того вообще. А те, у кого он есть, советую выкорчивать и посадить что-нибудь другое. Больше пользы будет. Все, друзья, пока-пока. Нам тут надо верхушки. Мы укореняем. Бесконечно. Куча работы. Все, до следующих видео.